Что тут? Перебили на триле. Говнида. Тихо очень. А, говнида, ну отлично. А что за чел Ears on Fire такой? Типа, я просто не в курсе, если честно. И почему ВКонтакте ты мне кинул ссылку? И типа, если... Она только ВКонтакте, что ли, все есть? Нет на Ютубе? Так. Ну, лайк, охуенно. Так. Человек впервые видит говнину. Ну, нормально, правильно. Это правильная реакция, как бы. Нужно усываться, блядь. Только в голосину. А, что-то, может, слышал даже чуть-чуть. Ну, короче, канал у чела 33 тысячи подписок. Пожух звук. Я примерно весь Power Metal так слышу. Я нихуя не понял, что ты сказал, чел. Блять, просто вот такой тихий звук. Сейчас. Я примерно весь Power Metal так слышу. Моисей Великанов, объясните мне за Моисея, пожалуйста. Нихера не понимаю, чего, кого и куда. Не понимаю, постоянно пишут в комментариях, что это за херня. Хм. Ну, это пиздатый чел такой, все. Кто такой Моисей Великанов? Пожалуйста, объясните мне. Легенда. Знаю ли я о Dungeon Synth? Знаю. Блин, кусок. Опять Reverse of Nigil напомнил. Reverse of Nigil неплохо. Что можешь сказать про них? Знаком с... Знаком. Короче, мы с ним два чела, которые друг друга не знают. Все ясно. До 16:40 сейчас давайте посмотрим. Так, хорошо, ребята, разрешите, я копну чуть глубже, потому что я не знаю, что это и куда. Стримы, как... Вот, сейчас за 10 секунд все поймет. Ник сортирных шуток и эксперт по всем вопросам. Моисей Великанов за 10 секунд. Моисей, яркий луч среди серых дней. Не нравится? Уёбывай! Все, блядь, нихуя непонятно, но очень интересно. Это, в принципе, краткое объяснение о том, что такое Моисей Великанов. Вот именно, да, именно это все как бы объясняет, блядь. Ну, по популярности, наверное, надо посмотреть там. Эксперт по всем вопросам, блядь. Алексей, благодарю. Нечего сказать. Ладно, но это интересные персонажи, и круто, что они существуют. Еще бы. Жалко, я таким быть не могу. Спасибо, Билли. Дэвдвет, спасибо за отзыв, Андрей. Благодарю за донат и за доверие. Вдруг еще одна немножко зайдет. И опять перелом сюжета ближе к концу. 4.30. Жалко, не 4.20. Так, да, и... Вот я так не люблю, когда не досматривают видосы. То есть у меня любой донат, если прислан, то он в любом случае досматривается до конца. И после этого... Я, может быть, невнимательно буду смотреть, но в любом случае он хотя бы доиграет у меня. После этого трека. Так, Моисей Великанов, пожалуйста, дружище. А, надо досмотреть решил. Я сохраняю специально для вас, друзья. Это пиздец. Хм. Снова Эд Гейтс. Спектакуляризм. Офигенно. Блять, ну не знаю. Ладно, окей, может там задонатили 2 минуты ему посмотреть, конечно, но...
Ладно, спасибо, святой Билли Херрингтон. То есть задонатил ему меня, а потом мне его, как я его смотрю. Типа, то есть вот такой вот устраивает человек, так сказать, пытается гачи-мучи тут навести.